Парад планет – астрономическое явление, при котором несколько планет выстраиваются в линию по одну сторону от Солнца с разбросом максимум в 20-30 градусов. Как правило, во время парадов планеты хорошо заметны на вечернем и утреннем небосклоне. Выделяют как минимум три типа парада планет – малый, когда в один ряд выстраиваются четыре планеты Солнечной системы, большой или великий, когда к ним присоединяется еще хотя бы одна планета. Возможность увидеть сразу не менее пяти планет на небосклоне предоставляется не чаще, чем один раз в 20 лет. И самое редкое явление – полный парад планет, когда на небе видны все 8 планет Солнечной системы. Летом 2022 года жители Земли наблюдали длинный ряд из 7 планет. Парады предоставляют автоматическим космическим станциям уникальную возможность, используя гравитационные маневры, облететь сразу несколько планет за один полет. Это и сделали космические аппараты Voyager, которые смогли посетить окрестности Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, благодаря точным расчетам, предсказавшим полный парад планет 1982 года. А следующий полный парад планет будет лишь в 2161-м. Однако надо отметить, что парад планет не является строгим астрономическим термином. К нему обращаются в целях популяризации науки. В публикациях же и докладах ученых используются иные строгие понятия, например, соединение, прохождение, покрытие, противостояние, сизигия и многие другие, о которых поговорим в следующих выпусках интересных фактов о космосе.